Когда ребенок отхватил по губам за такое просто познание мира в виде произнесения этого слова, которое услышал слух, оно ему понравилось, например, что происходит тоже в сознании ребенка, запечатывается, как вот этот удар по губам запечатывается и откладывается в сознании ребенка как понимание того, что говорить вслух слова вообще это больно и обидно. И дальше он, получив такую как бы матрицу, пропечатанную в своей голове, проживает свою жизнь таким образом, что он не проявляется, не говорит что-то вовремя, не говорит, что хочет, потому что это больно и обидно. Человек прямо находит подтверждение всякий раз этой мысли в окружающем мире. Уже будучи взрослым человеком, доживает до момента, что вот молчит и все. Вот, например, последний мой пост, вы можете зайти посмотреть, я там прошу обратную связь тоже дать, и благодаря ей, надеюсь, с вами продолжить этот диалог, потому что тема очень важная. Кстати, комментируйте, мне интересно, что вы думаете по поводу того, как я это понимаю и что я об этом говорю.